Приветствую вас на канале Hard Reset Info. Сегодня я покажу, как на устройстве Samsung Galaxy A11 изменить язык клавиатуры. Для этого в первую очередь открываем настройки, затем переходим в раздел «Общие настройки», «Язык и ввод», «Экранная клавиатура», «Клавиатура Samsung», «Языки и типы», «Управление языками ввода». Перед нами открывается полный список языков, на которых мы можем писать. На данном устройстве у нас есть предзагруженные языки, также ниже видим наши все доступные языки, которые нам сначала придется загрузить с интернета. Давайте, наверное, все-таки загрузим какой-нибудь язык, к примеру, греческий. И теперь, как видите, у нас добавлен греческий язык. Теперь давайте попробуем написать что-нибудь на греческом языке. И, как вы можете заметить, у меня появилась греческая раскладка. И на этом все. Спасибо за просмотр. Подписывайтесь, ставьте лайки. И пока!